То есть его всегда надо включать на посадке, да? Да. Ну, он не включенный. Это холостые. И газуй. Раб, смотри. Летит, в принципе, нормально. Ветерок здесь, смотри. Ветерочек. О. Это крыло просто летает. Ну да, ну нормально. В этом смысле. Оно новое. У меня руки замерзают. Наверное, плюс 5. На глаз плюс 5, наверное.
сильно себя дает. Скорость большая. Не, ну меня подсасывает. Да-да, тут что-то есть. Я просто вижу, в этот раз больше скорость. Видно прямо. Ну меня подсасывает, все? Бежишь крыло ходит. Первое впечатление. Ну хорошо. И все. Очень хорошо. А на соло крылья лучше, чем на недогруженном тандеме летать, который, ну, блин, 2012 года, елки-палки. Конечно. Конечно, не кайф. Свежее оборудование всегда лучше.